Галина Кустова и Валентина Монетова познакомились здесь. У них общее горе. Сыновья погибли, чтобы другие жили. Они – матери героев. Героев Российской Федерации. Посмертно. В этот день в Кремле полсотни вдов и матерей погибших бойцов. Но на деле их куда больше. Под опекой войск Национальной гвардии находится более 5500 семей. Точное число – 5618. В одной руке полковника Монетова – солдатики, любимые игрушки детства его сына. В другой – боевой жетон и разбитый пулей автоматный рожок. Тоже сына. А за спиной памятник ему же, Александру Монетову. Эта школа носит имя героя. В музее его личные вещи и фотографии, форма и краповый берет. Это случилось в 95-м в поселке Новом в Чечне. Штурмовая группа отряда СОБР проводила операцию по ликвидации террористов Дудаева. Они первые зашли в дом и вступили в неравный бой с 10 вооруженными боевиками. Александр и Дмитрий натолкнулись на шквальный огонь. Отступи тогда Александр Монетов и его боевой друг Дмитрий Слинкин. Террористы бы прорвались к складу с оружием. Бойцы спасли жизни товарищей, но сами погибли. От той командировки Александр мог отказаться, но как лейтенант милиции, сын полковника, не стал. А материнское сердце уже все почувствовало. Я говорю: Саш, тебе не надо ехать. А он? Уже поздно что-то менять. Ну а если не я, то кто? Это был его выбор, как и выбор профессии. Тогда, в криминальных 90-х, пойти работать в милицию. Бандиты не пойду. Коммерцией заниматься не могу. Выбор был один – спасать свою душу. В дневнике так было и написано. Две войны прошел, раненый был. Ну, комиссовать хотели, не согласился. Ну, опять пошел также защищать Родину от террористов. Ее сына, майора Сергея Кустова, дважды представляли к званию Героя России. Но его он получил только в 2012-м, спустя 11 лет после подвига. Посмертно. За то, что в 2001 году уже тяжело раненый спасал свою группу от засады. Бойцов уберег, но сам погиб. Вот у него награды все, которые... Звезда Героя, награды Жукова две, честь и слава тут... Аллея воинской славы в Пензе хранит память о многих боевых подвигах. Сюда Галина Николаевна приходит часто посмотреть на сына. Среди памятников солдатам разных войн есть бюст и героя Российской Федерации майора Сергея Кустова. Этот день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей – день важный для этих жизней. Потеряли сыновей, но знают, что не только они, матери, помнят, что у детей была настоящая мужская работа – борьба со злом. К сожалению, эта борьба не обходится без потерь. Только за последние 3 года мы проводили последний путь – 18 наших товарищей. Михаил Плохотник, Александр Викторов, Ольга Афонина, телекомпания НТВ.